Эй, всем привет, друзья! Сейчас мы находимся с вами на балконе, и у меня садится камера, факт, почему ты садишься. Друзья, мы с вами скоро увидимся, я долгое время это пропадала, осталось буквально 2 влога с Праги, и после у нас начнется с вами нормальная наша жизнь, как она была раньше. Но на данный момент я хочу снять вам какую-то вот это видеопросьбу, потому что моя подруга сейчас поступает в институт, она живет в Америке, и она сейчас выложила видео, ну, ей нужно это для поступления в институт. И там она разговаривает на 7 языках, и она бы хотела, чтобы это видео набрало... Ну, ей нужно немного просмотров, собственно, так что я хотела бы вам предложить посмотреть это видео. И нам, собственно, нужен только ваш просмотр, и я хочу, чтобы вы его посмотрели, и своей подруге сделать приятно. Я вас никогда ни о чем, собственно, никогда не просила, так что я вообще не люблю и не рекламирую своих людей, но это просто человек, ей нужен нужный, собственно, вот на одно видео просмотре. Посмотрите, это интересно, так что никого не заставляю, никого не принуждаю. Если вам интересно, вы увлекаетесь языками и хотите посмотреть, как человек говорит на 7 разных языках, конечно же, то обязательно посмотрите, а с вами мы увидимся скоро. И обещаю, сегодня или завтра выйдет новое видео, предпоследнее с Праги, и все у нас с вами будет хорошо. Так что я оставляю видео, ссылку внизу, и с вами увидимся совсем скоро, обещаю, вас люблю, целую, и всего вам самого хорошего, удачи, и пока. Счастливо.